шланги поменять эти. И резинки. Здесь надо выйти. Вот тут. Вот. Вот. Вот это. Дубовый, бля. Сейчас выйти. Вылазить, не вылазить. Да, его только нагреть, тогда вот новые шланги. Ну, название раз... покажи. Ликов называется, Ликов пайп. Его только нагревать надо и вытягивать. Да. Видишь как? Не, пускай будет, сейчас резинка у тебя выскочит, и она останется у тебя в руках. Видишь, какие резинки там? А вот это на этом? Да. Ладно. Сейчас компрессором все помоем. И новые поставили. Ставили новые резиночки, нулевые. Муха еще не садился. Тут нормально вроде такой мягкий. А старые вон они там вообще, бля, как дубу. Дубу вообще как камень. Они шланги отсыпят от него. Да, сейчас мы их все захуярим. Да. А резинки будем менять тогда, когда. Когда польется. Не, какой будет лиц, я поменяю. Давай попробуем завести, потому что я не знаю, аккумулятор выдержит или нет. В системе воздух. А ну давай чуть. Ну ты обратно с этим телефоном, да я нет. Я обратно не сидел с телефоном, основа. Телефоном всегда. Давай отключили. Быстрее. Ты не прокатяешь помпу, потому что здесь насос механический. Давай покрути, если нет, то надо аккумулятор. Так, все прокрутили. Все, ребята, всем пока, у кого какие вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки.